мне сказали, прикинь союз, а с тобой будет 200 груз, чтобы легче было понять, дело должен сопровождать. Загрузили в черный тюльпан гроб казенный, а в нем пацан, как положено, чей-то сын, и у матери он один. Для кого и зачем теперь жить? Мне глаза ее не забыть. Не забуду, забыть бы рад. До сих пор предо мной стоят. Не забуду, забыть бы рад. До сих пор предо мной стоят. Почему я тебя пережила, чтобы в цинке домой получила? Ведь и так испытала немало. Смерть сыновья в дом постучала. Впереди не нужны здесь пророчества, одиночество, лишь одиночество. Ничего нет на свете страшней. Матерям хоронить сыновей. Для чего и зачем теперь жить? Мне глаза ее не забыть. Не забуду, забыть бы рад. До сих пор предо мной стоят. Не забуду, забыть бы рад. До сих пор предо мной стоят. Спасибо.